И поехали. Ну, главное, хорошее настроение. Салатик у нас будет на ужин. Волшебный вкус. А ты берешь и не выключаешь. Мне что, вставать, убегать? Тарелочку. Слюнки еще больше потекли. Показывай, пожалуйста, в тарелку. Трогай, Лариса. Пока говорила, я тут хрумкал. Давай, все. Здравствуйте, дорогие друзья, милые хозяюшки. Я сегодня с вами делюсь таким рецептиком. Салатик у нас будет на ужин. Если у вас совсем мало времени и вам нужно приготовить ужин для себя и для своего любимого, то вы приготовите вот такой салатик с таким простым набором продуктов. Яйца, огурцы в том количестве, в котором вам нравится. Нравится побольше яиц, яиц побольше. Нравится огурцов, кладите побольше огурцов. И, пожалуйста, пучок лука зеленого. Также можно заправить его или майонезом, или сметанкой. И самый незаменимый продукт в этом салате, ингредиент, соль. А также вышеперечисленным ингредиентам нужно обязательно добавить хорошее настроение. И поехали вперед! Погнали готовить салатик. Нужно покрошить меленько лучок. Всыпаем в миску. Так бывает. Всем привет, девчонки, мальчишки. Ну, главное, хорошее настроение. Не покинет больше нас. Волшебный вкус. Я вот соломочкой крошу. Можно и кубиком покрошить, как хотите. Всыпаем все в мисочку. И осталось покрошить только яйца. Девочки, знаете, я хочу вам рассказать, какой был у меня любимый салат в детстве. Когда мы с братом прибегали с речки, у нас был самый любимый салат. Это зеленый лук со сметаной, с домашней. Посолишь солью. И это просто обалденно вкусное блюдо было. Ну, или мне так казалось. И хотелось бы, кто будет писать комментарий, ну, хотелось бы, чтобы вы написали. Напишите какой-нибудь ваш любимый салатик, и мы вместе с вами его приготовим на видео. И скажем, например, рецепт от такой-то зрительницы. И это будет ваш рецепт. Поделитесь со мной тем, что вы любите и готовите. А я тем временем, пока проговорила это, покрошила яйца. Видите, как быстро готовится этот вкуснейший легкий салат. А легкий он будет за счет добавки майонеза. Это самый легкий ингредиент. Так, посолим по вкусу. И добавим майонезика. Щедрую ложку. С горой. И еще капельку. Теперь мы все это перемешаем. Перемешаем. И как вам салатик и его приготовление? Все, можно подавать к столу. Блин, у меня слюнки текут. Приглашать своих любимых и наслаждаться салатиком. Надеюсь, это я. А если вам не нравится, как он выглядит в миске, можно его подать вот так на тарелочке. Смотрите, нужно утрамбовать получше. И вот так вот оформить на тарелочку. И можно чем-нибудь украсить. Ух ты! Слюнки еще больше потекли.
И вот, казалось бы, очень простой, легкий в приготовлении салатик. А как все это красиво выглядит. Ну, мне остается только попрощаться с вами, пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения, всего самого-самого замечательного. И увидимся. Не забывайте писать ваши любимые рецепты. Я их жду. Всем пока-пока. Салат, как всегда, вкуснячий. Строгая Лариса, пока говорила, я тут хрумкал. Тебе это самое нравится, Лариса? Я люблю этот салат. Ну все, всем пока.